У ефірі програма «Новини регіону». У студії Кристіна Каранкевич. Вітаю вас і у гэтым выпуску глядзіце. Арыентыр на беларускі і расійскі рынак. На новым прадпрыемстве ў Асіповічах рыхтуюцца да серыйнай вытворчасці унікальнай прадукцыі на прасторах краіны СНД. Не чакаючы суботніка, актыўная моладзь дапамагае на падворках адзінокіх састарэлых. Шлягеры ад вядомых зорак. У Магілёве працягваецца міжнародны музычны фестываль. Дні Магілёўскай вобласці праходзяць у Маскве. Комплексную прэзентацыю нашага рэгіёна ладзяць у дзелавым і культурным комплексе пасольства Рэспублікі Беларусі ў Расійскай Федэрацыі. Прадпрыемствы прэзентуюць гандлёва-эканамічны, інвестыцыйны, турыстычны і культурны патэнцыял Магілёўскай вобласці. На мерапрыемства запрошаны дыпламатычныя місіі і пасольства дзяржаў, якія знаходзяцца ў расійскай сталіцы, а таксама прадстаўнікі расійскіх рэгіёнаў-партнёраў нашай вобласці. У межах сустрэчы плануецца падпісанне шэрага дакументаў аб супрацоўніцтве з расійскімі рэгіёнамі. На мерапрыемстве працуе наша здымачная група. Усе падрабязнасці ў далейшых выпусках. Кантэйнер-цыстэрна вытворчасці Асіповіцкага завода транспартнага машынабудавання прайшла атэстацыю і гатова да серыйнай вытворчасці. Прадпрыемства арганізавалі менш за год таму на плошчы былога вагонабудаўнічага завода, што стаў банкротам. Заснавальнікам новай вытворчасці выступіла беларуская чыгунка. Цяпер тут выпускаюць канкурэнтна здольную прадукцыю, аналагаў якой няма ў краінах СНД. Такія кантэйнер-цыстэрны даволі запатрабаваныя, кажуць на прадпрыемстве. Яны прызначаны і для бяспечных грузаў, і для хімічных вадкасцяў. Іх асаблівасць у многафункцыянальнасці. Кантэйнер-цыстэрна можа выкарыстоўвацца для грузаперавозак па чыгунцы, моры і нават на аўтамабільным транспарце. Такое прадпрыемства на данный момент у нас одно единственное в Беларуси, ну и в СНГ. Очень много желающих основаться и сделать такой же похожий завод. Мы не пересекаемся с Могилевским заводом, если, например, вас это интересует. У нас другой тип подвижного состава, у нас ориентированность на вагоны-цистерны и вагон-платформы различной длины. Ну і там кантэйнеры. На прадпрыемстве сучаснае замежнае абсталяванне з Італіі, Германіі, Аўстрыі. Каб выключыць вытворчы брак, якасць прадукцыі правяраюць у рэнтген-лабараторыі. Менш 1% брака выходзім за счёт таго, што кантроль пастаянны, автоматызіраны, ну, вся эта система. Контейнер находится в таком положении и прокручивается, и просвечиваются все сварные соединения полностью. На заводе транспортного машинобудования працует 270 человек. Але потреба у специалистов растет, так что на предприемстве готовы научать и новых работников. Оборудование, можно сказать, уникальное в своем роде. Вот. Ну, соответственно, и работники это ценят, видят, освоили это оборудование и, в принципе, довольны. Перш за все, продукция предприемства ориентирована на белорусский и российский рынок. Але маркетологи уважливо выучили и европейские потребы, где так само затекавлены у такой продукции. Свой первый заказ на 40 контейнер-цистерн предприемство выконает до конца листопада. Снежана Крижевич, Алена Соловьева, Александр Тарасов. Новини региона. На пожары ў Хоцінску мясцовы жыхар выратаваў пенсіянера. Як паведамілі ў службе 101, ночу гарэў прыватны жылы дом. Трэск шыферу, які лопаўся ад агню, пачуў сусед, і калі зразумеў, што гэта пажар, выклікаў выратавальнікаў і сам пабег на дапамогу. Калі мужчына ўвайшоў у дом, то ўбачыў на падлозе гаспадара і вынес яго на вуліцу. Пацярпелага шпіталізавалі. Спецыялісты мяркуюць, што пажар мог адбыцца за неасцярожнасці пры курэнні. А вось у Асіповіцкім раёне з-за ўзгарання фермы эвакуіравалі 154 каровы. Яшчэ да прыбыцця службы 101 вартаўнік самастойна паспеў вывесці з кароўніка большасць статка. Огонь пошкодил частку даху сельгазбудынку. Люди и живёлы не потерпели. Згодна папярэдняй информации, до узгарання могло провести короткое замыкание электропроводки. 28 кастрычніка ў Магілёўскай вобласці пройдзе восеньскі суботнік. Нагадаем, гэта будзе своеасаблівая падрыхтоўка да зімы. Але актывісты БРСМ упэўнены, што не абавязкова чакаць суботніка і вырашылі ўжо цяпер дапамагчы навесці парадак на участку адзінокай магілёўскай пенсіянерцы.
До Тамари Адамовни Клепча молодь приїхала з самої раніці. Кажуть, імкнулися як мага хутчэй дапамагчы бабулі. Некалькі дзён таму гэтая адзінокая пенсіянерка звярнулася ў камітэт БРСМ і адміністрацыю Кастрычніцкага района, каб ёй дапамаглі прыбраць смецце з двара. Чакаць доўга не прыйшлося. І сёння мы сумеснымі сілямі сотрудников БелАЗа, Магілёвзеленстроя і актывам БРСМ решили помочь Тамаре Адамовне убрать наносной мусор у нее на приусадебном участке. Напередодні работники БелАЗа спілавалі небезпечные древы, каб тыя не завалились и не оборвали проводы. Цяпер же молодь разом с работниками Магілёвзеленбуда собрала смецце и галлё и вывезла с двора Тамары Адамовны. Правда, господиня весь час переживала, как справятся подлетки с такой нелегкой справой. Я очень рада, но вы еще совсем молодые. Такая работа не подходит. Тяжело вот так утром вставать, приезжать и ветки разгребать? Нет, это... Ну, мы делаем доброе дело для людей. А какие чувства тебя наполняют, когда ты помогаешь бабушке сегодня? Да, я чувствую, что я могу что-то сделать для этого мира полезное. У ближайших планах допомогчи Тамаре Адамовне зробить новую брамку, бо теперешняя навод не зачиняется. Да и вогуле напереди шмат працы. У осень и у зимку одиноким старым и инвалидам необходимо больше уваги и допомоги. Наталья Юдакимова, Денис Бутылин. Новини региона. Яскравым гала-канцэртам афіцыйна адкрыты 22-й музычны фестываль «Залаты шлягер». На сцэне Палаца культуры вобласці са сваімі хітамі выступілі вядомыя артысты Беларусі, Расіі і далёкага замежжа. Гурт «Добры молодцы», Марына Хлебнікова, Віктар Рыбін і Наталя Сімшукова, Ірына Дарафеева і Вольга Пірахс. І гэта не поўны спіс выканаўцаў. Са свята музыкі і песні Наталя Ільініч. До пачатку канцэрта лічаныя хвіліны ў фае Палаца культуры вобласці збіраюцца гледачы. Это огромный праздник, артисты все хорошие, и просто хочется бы присутствовать на этом празднике. Какие эмоции ждете от праздника? Только положительные. Праздник – это всегда положительные эмоции. А петь будете? Конечно. Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза, и слова припомню все, и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. Хотелось бы послушать Александра Серова с удовольствием. То есть на его концерт вы пойдете? Очень, с большим удовольствием. Александр Серов – наш кумир. А вы подпевать будете? Обязательно. А песни? Мы народ музыкальный. Много песен знаем. Какие? Поем. Ну здесь практически весь репертуар, я думаю, мы осилим. За сценой апошнее прохатывание до концерту хвалюются артисты, хвалюются ведущие. Это единственный фестиваль, это единственная сцена, куда я продолжаю выходить. Это «Золотой шлягер», и я рада, что меня приглашают, это очень приятно. Падчас официальной частки министр культуры обвестил форум открытым, и загучали первые фанфары фестивалю. И первый шлягер от гурта из России «Добрые молодцы». Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Ірына Дарафеева, гурт «Ляльки Корпорэйшн», «Тяні толкай». Са сцены гучалі шлягеры і песні, якія толькі прэтэндавалі імі стаць. Асобная старонка фестывалю была прысвечана вядомай спевачцы Тамары Мянсаровай, якая планавала завітаць на 22-й «Залаты шлягер», аднак лёс склаўся інакш. Яе песню «Сонечны круг» выканаў дуэт «Провакацыя». Выйшаў на сцену і дуэт Ядзвігі Паплаўскай і Анастасіі Ціхановіч з песняй «Мы разам». Мы уже не раз с Настей вместе пели. Пели втроем, сейчас вот поем вдвоем. Хотя Анастасия, она умница, у нее целая программа своя, собственная, сольная. Но надо сказать, что ее первое выступление было здесь, в Могилеве, на «Золотом шлягере». Это, по-моему, 2000-е года. Была такая программа «Папа, мама, я, дружная семья». Попуры песен Раймонда Пауса выканала спевашка з Латвии Вольга Пірахс. Квентин Мур захапіў глядача джазовой композиции, а Марына Хлебникова пропановала зале знакоміты кубачок кавы. Ну а далей была сторонка гумору от Виктора Рыбіна и их суместных с Натальей Сінчуковой хитов.
наши зрители, они больше Наташиных песен просят, чем моих. Бывает такое. Они хотят там услышать доктора Петрова, «Небо номер 7». Знаете, вот это все. Ну, девочки, когда тогда были маленькие, они сейчас выросли. Но их друзья-мальчишки, которые тогда были мальчишками-сорванцами, просят про бабника. Просят про бабника, просят море пива, страну лимонию. Все поэтому нам, да, в семье у нас удобно, репертуар очень широкий. И это только початок фестивалю. Глядачов чекает не один яскравый концерт. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, новини региона. Некоторых удельников концертных программ «Золотого шлягера» часам можно сустроить вот так наупрост на улицах Могилева. Але все ж таки частей яны сустракаются со своими слухачами на сценичных пляцовках, тому журналисты имкнутся не пропускать пресс-конференции, каб рассказать своей аудитории про житё и творчие планы знакомитых выканавцев тых самых шлягеров. За больше як 30 год існавання австрийский гурт «Джой» перажил и поспех, и разлад. А пошние 20 год яны знов разом. И теперь кажут их спрэчки про моду, жанчын и политику. А вось про сучасную музыку меркаванне аднолькавае. После 80-х не то, чтобы музыка умерла, но в музыке начала умирать душа. Ну, вот мы в том числе тоже, наверное, виноваты в этом, потому что мы были одни из первых, кто стали использовать компьютерные ударники и синтезаторы вместо живых инструментов. В итоге это привело к тому, сейчас, что вся музыка вообще пишется на компьютере практически в наше время. Латвийская эстрадная спявачка, выканаўца шматликих шлягеров советского периода Вольга Пирахс, так само признается, что песни зараз іншие. В основном это такой немножко танцевальный больше уклон для молодежи. Такое очень, так сказать, навязчивые какие-то 2-3 слова, которым запоминаются, и все. И, собственно говоря, ничего там особенного нет. Поэтому я обычно так говорю своим ученикам, что я такие песни могу писать, ну, как минимум 10 песен в день. Вольга активно совмещает и певчую, и выкладческую деятельность. Каже, шмат вандрує николи не отмовляется от удела в фестивалях. С радостью приехала и на «Золотый шлягер» у Могилев. Я всегда понимала и ощущала, и думаю, что так и будет. То, что здесь очень теплая, хорошая публика, которая любит шлягер. Бас-гитара, барабаны, флейта, немецкая, английская, португальская, французская мовы. Як удалось доведаться под час пресс-конференции, это далеко не все таленты мультиинструменталиста Африка Симона. А вот Африк любит готовить какие-то такие национальные блюда с рисом, перцем, паприкой, курочкой. Иногда он добавляет что-то мясное. Это его увлечение, он не воспринимает это как что-то такое трудное. А еще ему нравится убираться дома. Выканаўца одного из самых знакомитых шлягеров 80-х, які угадывают по перших нотах, поделился с корреспондентами, что менавіта музыка придае ему молодости и настрою. Алена Мельшанкова, Александр Тарасов, новини региона. Юнацкая сборная Беларуси по футболе перемогой завершила выступление в отборочном цикле до чемпионата Европы. Не глядя на удалый выник, наша команда не смогла пройти в наступный раунд этих спаборництвов. Гульню на могилевском стадионе «Спартак» можно было назвать сустречей за рейтинг. И соперник, сборная Казахстана и белорусы, вельми жадали завершить выступление с добрым настроем. Перемога выводила лепшую команду на третье выниковое место у турнирной таблицы. Белорусы перемогли с ликом 3-1, але гэтага не хапило, каб пройти далей. Шанс выходу у элитный раунд наши хлопцы стратили после поражения от Словении и Франции. Ну, выступили, конечно, не очень. Со словенцами подвели. Ну, как бы пацаны перенастроились просто, переволновались, и поэтому так получилось. Игра со Францией. Соперник действительно голову сильнее? Ну, там, ну, можно было играть с ними спокойно. Просто пару ошибок допустили, которые голами решились. Шлях на Евро с нашей группы протягнуть две лепшие команды Франции и Словении. Белорусы покуль не у элите сусветного футбола. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, новини региона. Незвычайного попутчика одного из мясцовых автомобилистов зауважили жыхары Быхова. Своего господара, водителя легковушки, часом сопровождает звычайный кот. Оказывается, молодый кот по мянушце и ЖЭК не боится худкости, а наоборот, отрымливает этого процессу соправдное задовольнение. Пропануем и вам поглядеть на хвостатого гонщика у нашей рубрицы на властное вочи.
Усе навіны пра жыццё в області на нашым сайце tvrmogilev.by. Я з вами развітваюся. До сустрэчы в эфіры.